Всем привет, с вами GK. Мы возвращаемся к прохождению Need for Speed Most Wanted 2012 года. И у нас на очереди 8 в списке. Я не посмотрел, кто это, ну ладно. Разберемся. И гоняться мы с ним будем на этом чудо техники. Оба. Это лавирование сейчас было. Ford Focus RS 500. Да. Именно на этой машине поедем. Я не понимаю, почему так. Так, проехали. Но да. Именно так они начали. Зараза. Да. Я надеюсь, что не разобьюсь по пути. Да, но мои надежды были тщетны. Я тоже сигналить могу. Шлёп. Так, еще 1 километр ехать. Давайте вот так сделаем. Пам! Так, направо, направо, резкий поворот. Ага. Видите, да, на машине почти не ездил. Ну, вообще не ездил. 2 километра вам написано. Так. Ага, приехали. Стой, 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 стой. Чуть-чуть проехали. Mercedes-Benz SL65 AMG. Ну, давайте на черном погоняем. Не, а чё бы и нет? Черный Ford. Не вижу проблем. Да, наслаждаемся очередным видосом по созданию 8 машины в черном списке. Видосы, конечно, шикарные, я считаю. И мне от этого больно смотреть на то, что они немножко подлагивают из-за того, что запись идет. Да что ж такое, это опять не скидает сразу в город. Я надеюсь, что я смогу обогнать, даже несмотря на то, что у меня нету микро и прочих радостей жизни. Бам. 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 Ага. Бам. Ха. Получилось, что хотел. О, нифига, он перелетел. Уа, зараза, он разбился, сказал я, и сам разбился. Молодец. Так. Да, да, диспетчер, это серьезные машины. Это не про угнать и показаться. Осторожно, этот парень занимает всю дорогу. Диспетчер, нужно подкрепление. Бам. Есть. Давайте перекрасимся, не перекрасимся, ладно. Догоняет, зараза. Но он явно быстрее нас едет. Перекрашиваться нет смысла, но я решил поярче машинку сделать, да. Перекрашивать нет смысла, почему я говорю, потому что у меня нет нитро. Если бы было нитро, она хотя бы восстановилась, а так... 36, ожидайте ответа приема. Да. Молодец. Хорош. Спасибо. Чтоб тебя догнать, подогнать, догнать, давай, километр осталось всего. Спасибо. Спасибо, ты заподталкивание. Так, немножко срежем. Нет, 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 нет. Он врезался в заграждение.
Короче, да, первые 5 минут гонки у нас прошли отвратительно. 10:44, проще получить, на самом деле, эту машину нитро, чем пытаться выиграть снова. Ну, вдруг... Что пылит-то? Хорош. Класс. Да. Видимо, буду перезаписывать ролик. Офигеть. Перезаписывать ролик после того, как я на этой машине получу нитро. Это, конечно, интересное было решение, согласен, гоняться с такими машинами на вот этом. Я же решил, что я могу, что я достоин, все дела. Ну давайте его одарите кто-нибудь, а? Это опять тебя... Да ладно! Господи, теперь не прыгаем! Нифига! Шатанул! Не проебаться теперь! Давай, 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 он нагоняет, прям чувствую дыхание смерти. Зря я наговорил себе всего этого, я выиграл. Есть! Это было невероятно долго, это было невероятно сложно, но я одолел. Одну машину, понимаете? Одну из списка. Жесть. Что происходит? Кто на мне? Какого хрена на мне грузовик? Теперь надо догнать Мерседес на шоссе, мать вашу! Мерседес догнать на шоссе. На Форд Фокусе. Как они себе это представляют? Жесть, я 250 даже разгнаться не могу, я боюсь, что там машина едет явно побыстрее. Давай! Есть! Боже, я каким-то хреном его догнал. Жесть. Все, ухожу от копов и пересаживаюсь на Мерседес. Если не считаю специально врезать, вы ошибаетесь. Это было с целью получения дополнительных спидпоинтов. Так, где Мерседес? Давай. Мерседес SL65. Сразу сменим машину, да, не будем терять времени. И поедем на следующую гонку. Точнее, поучаствуем в следующей гонке. Вот. Крэшдаун называется. Просто нитро получить на машины вот этих вот... ну, 3 минуты всего гонка. Ладно, 3 минуты всего звучит странно.
Какие мне интересные соперники. То есть они посмотрели, что я на Ford Focus обогнал его, и решили мне дать, да, Audi соперники. RS3, наверное, это или что. Да, там SLS AMG, конечно, был, но рядом с Audi это смотрится смешно. На первом месте какая-то Audi R8, что ли, это? Бам. Не успел вернуться. Фигак, правильно. Вмазался в меня. Блин. Нифига мы набрали скорость. Нет, не на этот. Прогонщик, который в Форзе выбил вот такой вот Will Wright, или как это называется. Таким образом набрал скорость, что ли, и вырвался, ну, короче, квалифицировался. Не помню, кто это был, но... Бам! Да что ж тебе! Я столкнуть пытался одну машину, в итоге сам попался. Ладно. 4 километра еще, чтобы выгнать пятерых. Давай. Все равно дрифт. Дрифт хорош, и мега хорош. Да, машина, конечно, выглядит не очень, но что поделать? Да чтоб тебя! Откуда посередине дороги взялся вот этот вот Кадиллак? Кстати, интересно, что машины гражданских тоже лицензионные, в плане того, что Кадиллак, кто там еще, всякие Dodge Vены, или как они называются. А что все срезают? Мы тут не договаривались. 2 километра, чтобы обогнать вот этих двоих. Давай, бам. Бам. Все, я обошел. Я же говорю, в дрифте я хорош. Какая следующая будет машина, кстати. 42-я. Учитывая, что всего 43. Видимо, это будет предпоследняя машина в списке. А предпоследняя это Subaru Cosworth. Жесть, конечно, мне не везет на машины. Ну да, Subaru Impreza STI Cosworth. Короче, у нас какая-то херня получается в этой серии. Давай возьмем пофиг. Потому что мы только что гонялись на Форде РС против Мерседеса, а сейчас будем на Субаре гоняться против я не знаю кого, но тоже примерно то же самое. Так, я перекраситься должен был. Вау, черный стиль Мерседес. Подожди, а там машину я подбирал, да? Подбирал. Что это за машина? А, это как раз АК-Кобра появилась. Так, ну давайте тогда что возьмем? Я говорил про Subaru. Ну просто вы сейчас поймете, в чем проблема с этой машиной. Ну не то, что проблема, ладно. В чем ее... Чем она похожа, короче, на предыдущую. Да, сейчас видите. Да, да, просто да. А следующая машина, Last One, тут у нас какая? Lexus LFE, блин. Поехали 5 километров до Lexus LFE. Трэш. Да, как сказал, даже вот эти вот городские машины лицензионные. Ну то есть, вон Cadillac. Потом слева, не помню, Honda Civic проехал или что это было. Пара фургона не знаю, это Audi вроде была бы обычная такая. Вон Dodge всякие минивены стоят. О, это Audi опять. А, Chevrolet Cobalt или Cruze, не знаю.
Ух-ух-ух. А, Infinity он еще была, да, точно. Погнались все-таки за газом. Да я уже оторвался, что ли. Поиск на время прекращен. Все машины прекратить прочесывание. Посмотрим, 1 100 000 этих спидпоинтов. Мы сейчас гоняемся с ним. Я надеюсь, что сразу же выигрываем, потому что да. Первая гонка прошла как говяр. Ага, вот. Надеюсь, это пройдет лучше. Представьте Lexus Alfa. Мне было странно видеть на последнем месте Alfa Romeo, на 9-м Shelby Cobra. Вот, Mercedes. Не, все, больше всего, конечно, странность вызывает, конечно, Bugatti Veyron только на 3-м месте. Ладно, Subaru Impreza, ну, явно увереннее, чем Ford Focus держится. Хотя, как бы, обе заряженные версии, но... Все же. Давай срежем. LFA, Lexus, согласен, серьезная машина. У меня так. Иду направо, иду направо. 10-4. Блять. Внимание, выбрасываю шипы. А-ха-ха. Офигеть, он выбросил шипы, вот видели? Выкидываю ленту с шипами, блин. Вот, смотри, сейчас опять. Нет, не выкинул. Офигеть, Lexus LFA вырубил сейчас этот корвет. У этих, у копов тоже, кстати, лицензионная машина, видели. Lexus LFA был... Блин. Фак. Вот фак, я проиграл опять. Не догоню его уже, вряд ли, даже за 5 километров. Ладно, не суть. Короче, да, Lexus, у них тоже эти заряженные автомобили, то есть... эти... Dodge Charger вон. Challenger, кажется. Challenger, подожди. Challenger, 100% Challenger. Шипы, зараза. Ё-моё. Ведь мы летаем. Так, 3 километра. Слушай, я его за 2 километра успел нагнать. Ну, ладно, я хотя бы смог его увидеть. Просто теперь в том, чтобы его реально обогнать. За оставшиеся 3 километра. И не врезаться ни разу. Ну это реально жесть. Тут система догонения работает, видимо, только против меня, а не на меня. Мне удалось его убрать. Технично, ненадолго, но убрал. Это называется дрифт, салага. Километр остался. Так, проехаться мимо, между них придется. Есть, да, шипов здесь нет. Как же меня смущает, он на хвосте. Вот финиш уже вроде бы. Да, это финиш. Впереди финиш. Победа. Ух, жесть. Так, сейчас еще раз, точнее, сейчас погоняем, ну, его выбьем. И погоняемся на новой машине. Опять на шоссе. Теперь Lexus LFA обгоняет, да? Обалдеть. Да, попробуем. Он капец драпанул опять. Район погони. Прием. Да.
Куда ты поехал? Братан! Братан! Трэш. Я говорю, что заскриптованная дорога, но... Здрасте, приехали. В смысле? Мы так не договаривались. Где? Почему? А, вот. Да чтоб тебя. Номер два. Всем машинам по нарушителю есть новая. Только не направо, только не направо. Ага. Сейчас его вырублю. Подожди, подожди, подожди. Давай. А. Зараза, да, да, да. А. Бам. Все, я его вырубил. Я его. Куда? Куда он подевался? Зараза. Я же его вырубил. Я видел, как я его вырубил. Фак. Все, хорош. Внимание всем машинам. Поиски приостановлены. Приказ дежурного. Всем вернуться на свои участки. Фак. Видимо, сегодня без гонки за на вот этой вот машине. Я просто покатаюсь. Надеюсь, в следующей части мне достанутся нормальные машины. А то, конечно, в этой прям жесть рандомайзер постарался. Просто я еще говорю, я сделал список из машин, да, то есть там с цифрами все дела. И тупо в рандомайзер цифры забивал. Но если потом мне выпадет какой-нибудь Dodge Ram на Bugatti Veyron, я такой, я переиграю этот момент. Потому что ну его нахер. Вот такие вот погони потом. Это, конечно, еще проблема в том, что машина не прокачанная. Давай! Да, класс, сам разбился. Да куда ты уезжаешь, падла? Интересно, я потом его найти могу, а то я не хочу за ним уж гоняться. Где мой Lexus Alpha? Да, даются такие еще. Люхи. Так. Давай, давай, давай. Да чтоб тебе. Зараза ты такая. Сдуйся уже, сдуйся. Да. Бам. Изи пизи. Ладно, это было вообще не изи. Это было жестко. 95 из 123. Давайте погнали за Лексусом. Ну, в смысле, на Лексусе. Да, давайте в Маккоин, пожалуй. Сейчас, прыгнем, смотри. Бам. Мы там разбились, правда, но не суть. Покажу просто Лексус в действии. Проедусь там, не знаю, бочком. Вот, гонку на Lexus проходить не буду, ни в этой, ни в следующей части, наверное, все-таки. Машина прям красивая. И как у Veyron открывается спойлер. Нет, машина реально огонь. Ну что же, на этом все. Мы одолели опять только двух гонщиков в списке. Это прям крайне медленно все идет. Видимо, тест-драйва автомобилей всех не получится сделать.
И мы по два гонщика будем в серии. Что-то как-то это грустно прям. Вот, да, так что увидимся в следующей части. С вами, как всегда, был GK. Вот, всем удачи. И пока, я отрываться от копов.